для руководителя я всегда и молодежи говорю, это работа с людьми. Надо не прятаться, надо идти к народу и с ним говорить. Прославляя родную землю, директор открытого акционерного общества «Свердловский» Виктор Миньковский о работе в сельском хозяйстве и взаимопонимании в коллективе. Контролирую весь процесс разливки, от стальковша до самого последней заготовки тупика. То есть все параметры охлаждения, все полностью уходит в обязанности оператора. Внимание к мелочам и строгая дисциплина. Анатолий Ганак о работе оператора машины непрерывного литья заготовок СПЦ-1 Белорусского металлургического завода. Это планируется как сказочная тропа. Это будет такая дорожка, на которой расположены будут эти плетеные животные, и можно детей какую-то сказку или какой-то мультфильм сценировать. Что-то такое, что ну, для детей знакомо. Те же медведи. Ну, кто-то придумает такое для детвори. В умелых руках мастера. Виктор Давидович об одном из древнейших народных промыслов – лозоплетении.